Наступают времена, когда 4К приходит в наши дома, и перед нами монитор ViewSonic VX2475MHL. Это 24-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой, который благодаря сногсшибательному разрешению Ultra HD 4K идеально подойдет для наших мультимедийных развлечений. Разрешение составляет 3840 на 2160 и полноценное использование цветовой модели sRGB. В комплекте инструкция, диск с ПО, держатель, кабель HDMI, подставка и блок питания. И также положили вилку для других стран. Давайте посмотрим внимательнее на саму подставку. Это глянцевый пластик, который будет на любом столе выглядеть замечательно. Так как монитор для развлечений, он должен выглядеть презентабельно. Сам монитор к подставке крепится при помощи ноги, которая удобно завинчивается. На подставке имеется 6 резиновых подушечек. Присутствует технология суперклея PLS, настоящая 8-битным цветом и широким углом обзора. Кстати, время отклика составляет всего лишь 2 миллисекунды. Коэффициент контрастности составляет 1000 к 1, а динамической 120 миллионов к 1. Крепится подножка вот такой клипсы, на первый взгляд она вроде как хрупкая, но все держится. Установил я это все довольно-таки быстро. Динамики здесь 2 по 3 ватта. И на задней стороне монитора есть настенное крепление типа веса 100 на 100 мм. Общий вес подставки с монитором составляет 6,5 кг. Задняя часть выглядит довольно-таки красиво из-за такой текстуры пластика. На задней стороне видим название компании ViewSonic, и под ней находятся два динамика. Варианты подключения с расчетом на будущее здесь. Интерфейс MHL обеспечивает простые и гибкие возможности просмотра контента высокой четкости. Ну и интерфейс HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2a поддерживают кристально чистое воспроизведение контента в разрешении 4К при частоте обновления 60 Гц. С другой стороны находится разъем питания. Кнопки управления находятся в нижней части, и ими не очень удобно пользоваться. Кстати, монитор не регулируется ни по вертикали, ни по горизонтали. Посмотрим с вами меню. Можно выбрать вход, можно настроить громкость динамиков, можно выбрать цветовые тона. Также присутствует русский язык. Переведем его на русский. Можно настроить время отклика. Ну, поставлю сверх короткое. На мониторе отображаются одновременно 8 миллионов пикселей. Кстати, плотность пикселей на дюйм составляет 163. Но нетрудно догадаться, что отображается в 4 раза больше пикселей, чем у обычных мониторов с разрешением Full HD. Все те функции, которые я перечислил, обеспечивают исключительный уровень детализации. Предлагаю насладиться качеством изображения. Между кнопками располагается светодиод. Он очень красиво светится в ночное время. Вернемся к интерфейсу MHL. Позволяет подключать совместимые мобильные устройства с высоким разрешением. Ну, например, смартфон или планшет, непосредственно к самому монитору. И при этом будет осуществляться еще и зарядка подключаемого устройства. Также есть предустановленные настройки View Mode. Мы можем выбрать игра, кино, веб, интернет, текст, либо моно. Также можно создать пользовательские настройки. Все эти настройки содержат оптимальную настройку гаммы, цветовой температуры, контрастности и яркости, ну, для различных условий применения экрана. Присутствует технология ViewSonic Flicker Free. Здесь поддерживается устойчивый поток постоянного тока, ну, что практически устраняет мерцание экрана при всех уровнях яркости. Еще одна технология – Blue Light Filter для более комфортного просмотра. Она позволяет нам регулировать объем излучения синей части спектра экрана. Что это дает? Меньшую усталость. Ну, то есть мы продлеваем время просмотра и делаем более комфортный экран для глаза.
Углы обзора хорошие, что по вертикали, что по горизонтали. Здесь 178 градусов. И вот на верхней части находятся динамики. Давайте послушаем, как они звучат. Пишите свои отзывы в комментариях. А с вами был Илюха Зверьё. Подписывайтесь на канал и ждите новых роликов. Ну все, пока!